уважаемый господин премьер-министр, уважаемые коллеги. Я очень рад приветствовать вас в Москве. Мы виделись не так давно, но и объем наших отношений таков, что это всегда востребовано. Помню о вашем приглашении посетить Израиль в связи с открытием мемориала, посвященного защитникам Ленинграда во время Великой Отечественной. Мы высоко ценим ваше отношение к памяти о воинах Красной Армии, которые сражались и с нацизмом, и принесли освобождение многим народам Европы, в том числе и еврейскому народу. У нас, кстати говоря, сегодня начинается работа так называемых поисковых отрядов России. Это люди, которые добровольно занимаются поиском пропавших без вести останков советских воинов, воинов Красной Армии, которые погибли во время в ходе боев на территории здесь России. А Элыши Махапсим, это уфотшеля Неадарим, Мешек Милхемета Улам Ашния, это Махапсим, это Гупот Шалахэма Гвиот Шалахэма. Такие отряды у нас созданы, это добровольцы, люди, которые делают это по зову сердца, они созданы в 82 регионах Российской Федерации. Квотсота Элы, М Квотсота Митнадвин, В М Поалим, В Шмоним, В Штаем Махозот Шалирусе. В их работе принимают участие 42 тысячи человек. В Кому-то Митнадвин, а Элы у Арбаим в Шная Малафин. За это время они подняли 120 тысяч останков советских воинов. Мешек Авода Шалаем, М. Мацу, Йотер, Мимеве, Эсрим, Элев, Гуфот, В. Хелкей, Гуфот, Шеляха, Элев. И установили имена 6 тысяч воинов, которые считались пропавшими без вести. М. Гам, Мацу Этелеш, В. Мацу Эташемот, Шалаем Шалелеш, М. Шеву Неадарим. Такая же судьба, насколько я понимаю, была и у израильского солдата Захария Баумея. Ама Гораль Шельный Дар Тишаним Вавин, а я Гам Ла Хаяль Исраэль Захария Баумель. Который погиб в 1982 году. Шенеарак Бешнат Элев Чамот Шмуним Ваштарем. Считался пропавшим без вести. Я Хашву Шеу Нейдар. Как вы знаете, наши военные вместе с сирийскими партнерами установили место его захоронения. Кпиша Этем Людим, а Аншея Цава Шелану, Бияхат Има Партнерим Асури, Мацу Эт Акевер Шелу. Мы очень рады тому, что и на родине смогут отдать им необходимые воинские почести. И самое главное, это вопрос чисто гуманитарного характера, чтобы его близкие родственники могли иметь возможность принести цветы на его могилу. אני תמיד שמח לבקר כאן אצלך, אדוני הנשיא, אבל היום אני נרגש במיוחד. אתה ביטאת עכשיו את הערך העליון שאתה והעם הרוסי מייחסים
למצוא נעדרים, להחזיר חיילים לקברם. זה ערך משותף גם לנו. ולכן לפני שנתיים פניתי אליך בבקשה אישית שתעזור לנו למצוא את השרידים של החיילים, כולל את זכריה באומל, מתוך השותפות הגדולה בערכים של ראות לוחמים ואחוות לוחמים. ואתה נענית מיד. אתה אמרת שאתה תפעל בזה באופן אישי, אתה הפעלת את אנשיך שעשו עבודה יוצאת מן הכלל, ולפני ימים אחדים הבאתם לנו את זכריה באומל, זיכרונו לברכה, לארץ, הוא התאמן בירושלים היום בלילה. אני רוצה להודות לך, ידידי, בשמי ובשם עם ישראל, על מה שעשית, על הידידות האמיצה בינינו, שהיא חשובה מאוד למדינתנו, היא חשובה מאוד ליחסים בינינו, אבל אני חושב שכאן היא מתעלה לבטא ערך משותף גדול שמאחד את שני העמים שלנו. ואני מבקש להודות לך בשם עם ישראל כולו. תודה לך. Спасибо. Ну, как я знаю, все необходимые генетические экспертизы проведены. Останки находятся у нас, и мы сегодня в соответствии с воинскими традициями и при вашем участии направим эти останки. Фиши не юде, а коль экспертизов твоя хакерот пойдет к вар на ИСУ, в Айом, ביחד, לפי המסורות הצבאיות, אנחנו נעביר לכם את השרידים של הגוף של זכריה באומל. אכן, טקס מאוד מרגש של משרד ההגנה שלך. אני מבקש להודות בהזדמנות זאת למשרד ההגנה וצבא רוסיה על הסיוע החשוב. הוא לא ישכח, הוא יזכר. בתולדות עמנו זה יזכר. Надо сказать, что для группы спецназа, которая этим занималась, это было непросто. וצריך לומר ולהדגיש, להוציא את השרידים שלו, לחיילים שלנו, זה היה לא כל כך פשוט. Я прошу передать самые теплые слова родственникам этого. ואני רוצה אותך למסור דש הכי חם לקרובי משפחתו. הם התרגשו בדרך שאני לא יכול לתאר לך, אדוני הנשיא. הם כל כך היו נרגשים, קודם כל מחזרתו של הבן והאח. האבא כבר נפטר, אבל האמא עוד מעט בת 90, הייתה בסערת רגשות גדולה. האחות והאח והילדים שלהם באו לראות אותי. וכשסיפרתי להם על ההחלטה שלך ועל העובדה שחיילים רוסים עשו פעולות לפעמים גם תוך סיכון עצמי, הם היו פעורי פה וביקשו ממני להביע את תודתם העמוקה, שהיא התודה של כל אזרחי ישראל. Трудно это описать. Отец, к сожалению, уже не жив. Матери просидел 100 лет, там есть сестра. И пример рассказал, что он рассказал им об самоотверженном акте российских бойцов, которые рискуют своей жизнью, привели этот акт и вызволили остатки тела Захарии на погребение в Израиле. То есть семья просит передавать вам, господин президент, лично благодарность. Спасибо. Туда.